Ne bilmeyin ne dinde, ene millet hey bağırdığım mı? Halil kimim bu zanım mı? O gelir o da bağırdığım değil. В столичном национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялась премьера оперного спектакля «Неджеп Огла». Эта опера была встречена бурными аплодисментами любителей оперного искусства. В постановке оперы «Неджеп Оглан», воплотившей в себя глубокое понимание национального характера, знание классического искусства, органичность слияния пения, декорации, драматургии и музыки, приняли участие преподаватели и студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой. Воспевая радость труда, любовь к жизни, высокое достоинство человека, непреходящие нравственные ценности, спектакль «Неджеп Оглан» заключает в себе мощный духовный посыл, адресованный современному зрителю. В новом оперном спектакле «Неджеп Оглан», поставленном известным режиссером Айназаром Батыровым на основе либретто, написанного наставником-драматургом, народным писателем Туркменистана Кувшет Кельдиданатаровым, по мотивам народного дестана «Неджеп Оглан», рассказывается о событиях, которые происходят с «Неджеп Огланом». В новой опере, поставленном по либретто драматурга народного писателя Туркменистана Кувшет Кельдиданатаровым, написанном по мотивам народного дестана «Неджеп Оглан», известным режиссером Айназаром Батыровым, описывается событие, произошедшее с «Неджеп Огланом». Дестан «Неджеп Оглан» начинается с разговора купцов из Генджи-Гарабага, прибывших в страну с бека Султан-Эсена, у которых спросили о впечатлениях о Гюргенджи. На что они ответили: нам все понравилось, но мы не смогли послушать песни, музыку бахши. Сын бека Элбент слушает бахши. Бахши, расспрашивая о молодой женщине, которую видел во сне, воспевает ее красоту. В премьере оперы «Неджеп Оглан», поставленной по одноименному дестану, повествуется о туркменской школе народной музыки, исказителях бахши, посвятивших жизнь сохранению и изучению национальных музыкальных традиций. В этом произведении преподаватели и студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой исполнили образы героев. Все это является наглядным подтверждением того, что созданы все необходимые условия для развития школы наставничества, а также выявления новых талантливых оперных исполнителей. В новой опере образы главных героев Неджеп Оглана и Малайим Хана исполнили студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, Шатлык Гурбаназаров и Айджан Сапарова. Эта опера, ставшая для молодых исполнителей настоящим экзаменом, помогла им раскрыть свои таланты, мастерски исполнив образы своих героев. На опере прозвучали популярные среди народа песни «Ова Дангелин», «Таба Болды», «Гельдингми», «Мехман Альмени». Опера «Неджеп Оглан».
где рассказывается о любви, самом ярком, влиятельном чувстве человеческого сердца, заняла достойную страницу в новой истории туркменского театрального искусства. Декоратор сцены новой оперы, заслуженный деятель искусства Туркменистана Батырбек Мурадов, а костюмер — художница Кейик Ходжаева. Любое сценическое произведение считается трудоемким. Бесценные творческие работы и произведения, созданные туркменскими драматургами и композиторами, которые оставили нам свое богатейшее наследие, мировоззрение и гуманные идеи, для нас являются огромной школой. Презентация оперы «Неджеп Оглан», являясь яркой страницей комплекса событий, проводимых ко дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтум Кули Фраги, и также приуроченной к ней недели культуры, еще раз зримо продемонстрировала приоритетных духовных ценностей. Театр – это очаг, где рождаются прекрасные произведения, которые вдохновляют народ. Театр во все периоды способствует раскрытию чувств народа, расширению мировоззрения людей. Спектакли, создаваемые в театрах страны, привлекают внимание народа всего мира. Прекрасные произведения и спектакли вдохновляют туркменский народ. Опера «Неджеп Оглан» стала любимым произведением почитателей оперного искусства. В этом произведении раскрываются самые чистые помыслы туркменского народа – верность любви. В оперном искусстве важна сплоченность и внимательность оркестра, хора, в целом всех участников оперы. Сплоченный труд обеспечивает большую славу. Национальная самобытность красной нитью проходит через всю оперу «Неджеп Оглан». Звучащие в опере песни созданы на основе народной музыки, музыки народного творчества. А народу приятно слушать ее. Народ с большим удовольствием слушает и принимает ее. Yeah.
настоящее время наряду со всеми направлениями в нашей стране проводится большая работа для развития и выхода оперного искусства на мировой уровень. На сценах театров ставятся оперные произведения на основе народных дестанов, рассказывающих о славном историческом прошлом туркменского народа. Совместное выступление мастеров и студентов молодых талантливых артистов на сцене. Туркменская национальная консерватория способствует динамичному развитию метода наставник-ученик, а также воспитанию новой плеяды талантливых оперных певцов. Второе рождение получили оперы «Шасене Мегарыб», «Лейли и Межнун», «Зюхре и Тахир», «Махтум Кули», «Гёроглы», «Юсуп Зулейха», «Айна». Известным композиторами они были признаны как лучшие оперы. Эти произведения золотыми буквами были вписаны в историю туркменского оперного искусства, что является ярким свидетельством почитания в Туркменистане музыкально-драматических произведений. Оперное искусство утоляет жаждущие искусства сердца людей. Пусть и впредь это направление искусства, как полноводный ручей, утоляя жажду туркменистанцев в красоте и совершенстве, развивается динамичными темпами.